друзья, подписчики моего канала, просто зрители, самый частый вопрос в комментариях, как определить самку горбуши от самца горбуши. Я говорю, за сколько лучше брать самцов, а спрашивают, как самочку? Я вроде как снимал видео, но там не совсем понятно было. Просят показать на наглядном примете, что было самка и самец. Друзья, вот, заехал вчера в магазин, купил. Они вот так вот, три штуки были слипшиеся, я бы самку никогда не брал на засолку. Она лучше там брать самцов, а не помесистей. Ну, раз попала самочка, сниму для вас видео, покажу, как это выглядит. Самка и самец вместе, чтобы было наглядно и доходчиво понятно. Рыбу за ночь разморозил, ну, еще не совсем разморозилась, но ничего. У нас рыба продается вот так вот. В брикетах она ее там расковыривает в маленьком магазине. Как же узнать, кто из них самка, кто самец? Да очень просто, друзья. Самый первый простой признак определить самку от самца — это посмотреть им на мордочку. У самцов, видите, вот, вот это 100% самец. Крюк. Нос крючком. У самочки нижнюю челюсть кто-то ей отломал. Но носик, видите, аккуратненький, ровненький. Вот так вот будет более доходчиво видно. Видите? Головка поменьше у нее. Поаккуратнее. Этого бедного кто-то раздавил. Но все равно нос у него все равно крючком. Голова побольше, помассивнее. И еще один способ, друзья, тоже очень хороший. Посмотреть, если вот по спинке. У самки спинка всегда ровненькая. Никаких горбов, ничего нету. У самцов начинается ярко выраженный появляться горбик. Искривление. Тоже хороший способ. Давайте посмотрим. Потому что я рассказываю про самку. Это не самка. Это икра с другой рыбы. Не с этой. Она просто наваленная в кучу у нас лежит. И можно ковыряться, кому какая нравится, выбирайте. Ну, говорю, для засолки лучше брать самцов. Ложка икры этой мне как-то не особо интересно. Но она есть. Вот она. Видите. 100% результат. Смотрите на мордочку. Головка аккуратненькая, носик маленький, никаких крючков. Если есть сомнения, отложите в сторону, возьмите другую, та, которая будет вам максимально... Ух ты, глаз вытек у бедного. Ничего страшного. Самцы, они такие более агрессивные, что ли. Вот так вот, наверное, будет больше видно, лучше. Вот самочка с икрой, а вот самцы. Такое, друзья, короткое. Еще как-то определяют, я не знаю. Мне тут писали, друзья, народ в комментариях. Можно определить по вот этому плавнику, по анальному. Но убей меня бог из рогатки, я ничего тут особо разницы не вижу. Единственное, что вот он может быть тут побитый какой-то он. Да в любом случае по плавнику вы этому не сможете определить, потому что, как правило, рыба продается замороженная, плавники обломанные, тут толком ничего не видно. И часто бывает, что замотано даже в пакеты. У нас вот не замотывают, не заматывают. Вот вы самое, если в пакеты завернуты, даже мордочку не видно. Большой шанс купить самку, посмотреть у ней по спинке, чтобы вот спинка максимально прямая. Видите? У самца, как он только заходит в пресную воду, уже пошел изгиб. Уже как, видите, видно. Все просто на самом деле. И если вам нужны самки, выбирайте. Ну, для засолки лучше брать самцов. Друзья, сейчас буду снимать видео про засолку красной рыбы. Минут... За 2 минуты будем залить. Быстрый способ. Долгий способ я показал, это будет быстрый способ. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, кому это было интересно и полезно это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и не пропустите вкусные рецепты по засолке горбуши. А вот этого лосося мы посолим. Тоже интересным способом. Ну, чуть позже ролик выйдет, до Нового года обязательно. Так что все, друзья. Кому какие-то вопросы, оставьте в комментарии. Всем до встречи и всем пока. Все очень просто.